Здравствуйте, друзья! У нас в гостях многократный чемпион России, Европы, мира по прыжкам на батуте в дисциплине двойной мини-трамп, спортсмен Московского училища Олимпийского резерва номер один Михаил Заломин. Михаил, добрый день! Здравствуйте! Вот буквально поймали вас сразу почти что по приезду из Португалии, где закончился третий заключительный этап Кубка мира. Расскажите, как он прошел, потому что вы писали в своем инстаграм, что были особенности с оборудованием, да, какие-то, может, еще что-то необычно прошло на этих соревнованиях? Для меня, к счастью, завершился удачно тем, что я занял первое место, но действительно оборудование оставляло желать лучшего. Не очень хорошая организация в плане выставления оборудования по уровню, там, по закреплению его к полу. То есть мини-трамп имел люфт при напрыгивании. Соответственно, мы не могли показать всю ту программу, которую мы готовили, в том техническом исполнении, в котором мы можем это делать. Вот, соответственно, приходилось как-то выдумывать, подстраиваться уже непосредственно вот в процессе, уже, можно сказать, при выполнении соревновательного упражнения. А так, для меня он удачно завершился, поэтому эмоции только положительные. Ну, поздравляем с победой и на этом этапе. Спасибо. И в общем зачете, да, насколько важно для вас не только участие, да, и положительный результат именно вот в Кубке мира. Как можно ранжировать, как отличается между собой Кубок мира, чемпионат Европы? Кубок мира отличается тем, что собирается значительно меньше народу именно в этой дисциплине, потому что не все страны, но еще учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, многие страны уже непосредственно перед стартом отменяют просто свой выезд. Вот, и получается так, что у нас собирается определенное количество стран, которые минимально или чуть больше, вот, чтобы провести этот этап. Вот. Но, конечно, по количеству значительно меньше участников. Вот. Но, в принципе, стараются выставлять самых сильных, которые участвуют в мире, попадают в финалы, также борются за призовые места. Угу. Международный календарь получился таким насыщенным в этом году, наверное, после перерыва в прошлом, по понятным причинам, да, вот чемпионат Европы в Сочи, да, прошел Кубок мира, сейчас завершился в ноябре чемпионат мира. Обычно в Олимпийский год он не проходит, наверное, в связи со всеми этими особенностями сейчас он состоится. Для вас это главный старт сезона будет, чемпионат мира? Да, он у нас всегда итоговый. В следующем году будут Всемирные игры, на которые, думаю, еще вот на грядущем чемпионате мира будет отбор. Вот, поэтому у нас всегда чемпионат мира является таким итогом года. Плюс в прошлом году его не было. Соответственно, такой большой перерыв уже прошел с 2019 года. Этот чемпионат будет и личным, и командным. Поэтому мы ставим на него большие надежды, вот, будем работать, готовиться. Наверное, в каждом интервью вас спрашивают, почему двойной мини-трамп не входит в олимпийскую программу. Это, наверное, уже изъезженный вот этот вопрос, да, действительно, не так много комплектов медалей именно в прыжках на батуте разыгрывается на Олимпийских играх. И вы в одном из своих интервью сказали, что, наверное, вот именно в вашей активной карьере спортсмена уже не будет того момента, да, когда двойной мини-трамп попадет в программу Олимпийских игр. Вот, понятно, что причин несколько, но, казалось бы, и стран много участвует, и зрелищность, доступность, да, в принципе, все условия выполняются. Вы тоже в своих соцсетях говорите о том, что надо раскручивать вид спорта больше, а может быть, не хватает еще элемента шоу или чего-то еще, с помощью чего можно с другими видами спорта, да, конкурировать, потому что маунтинбайк там и другие какие-то современные виды спорта становятся олимпийскими, а вот именно дисциплина двойной мини-трамп пока, к сожалению, почему-то не включена в эту программу. Да, действительно, не хватает нам вот этого эффекта шоу, и в принципе можно согласовать проведение с другими видами спорта гимнастическими, которые входят у нас в Международную федерацию гимнастику, провести
спортивный праздник, прям, то есть проводя соревнования для зрителей по всем видам спорта. Это будет интересно, потому что человек будет придет на один старт смотреть и попадет еще на другие. И для спортсменов это будет большой праздник. К сожалению, у нас в стране так не делают. Вот я знаю, что в Америке это практикуют, то есть там снимают большую арену и стараются провести все эти виды вместе. У нас, к сожалению, пока что нету вот такой согласованности в проведении. Думаю, что после завершения всех ограничений с коронавирусом что-то придет кому-то в голову, такая идея, и, возможно, популяризация пойдет. Также, да, я считаю, что наша вина как спортсменов тоже в этом есть, что мы мало рассказываем о нашем виде спорта, мало показываем. Мало объясняем, то есть человеку, который смотрит прыжки на батуте, приходит как зритель, ему интересно, на мой взгляд, первые 3-5 минут. Он смотрит, да, вау, человек переворачивается через голову, подходит второй, также переворачивается через голову, да вроде бы они все одинаково и делают. Как выявляется победитель, как выставляется оценка, то есть ничего не понятно в этом плане, нету никакого сопровождения комментаторского. В этом, конечно, мы упускаем. Но надо больше уделять внимание соцсетям, потому что это реально сейчас доступно, это можно делать. Вот. Но у каждого там свои какие-то особенности в плане. Кто-то стесняется, кто-то просто не хочет этим заниматься. Надо себя заставлять. Ну, мы поможем, потому что следим за вами, безусловно, за всеми нашими спортсменами, да, и призыв к действию для нас тоже в том числе, потому что вы являетесь спортсменом Московского училища олимпийского резерва номер один, выпускником. Если я правильно помню, что вы из своего родного города Сарова приехали сюда учиться, начиная с 11 класса. Да. И в этом году училище отмечает 50 лет, а вот сегодня именно проходит выпускной и для 11-классников, и для выпускников техникума. Что бы вы им могли пожелать, что бы хотели им сказать? Конечно, самое главное сейчас – это здоровье, сохранять свое здоровье и учитесь, всегда продолжайте образовываться. Результаты, они придут, рано или поздно они в любом случае придут, даже если не в спорте, не как в качестве спортсмена, то может быть в качестве тренера или специалиста в области физической культуры и спорта. Самое главное, уважайте себя, других и будьте здоровы.